Сегодня хочу показать, как правильно нанести холодный клей на клипсы, для того, чтобы в перспективе не возникало никаких проблем. Для начала обезжириваем клипсу любым обезжиривающим составом. Протираем. Берем небольшое количество клеевой массы и втирающими движениями наносим ее на клипсу. Важно, чтобы вы именно втерли клей, так как пузырьки воздуха, которые образуются под клеем, они будут мешать адгезии, и клей недолжным образом приклеится к клипсе, может отрываться. Если вы вот его нормально так вот вомнете туда, выгоните воздух из-под массы клеевой, то никаких проблем с использованием у вас не возникнет. Адгезия будет очень сильная. Вот. И вот таким вот образом вы ее немножко помяли. Вот нанесли, вот так собрали клей как бы к центру, видите, вот образовалась такая пленка по краям, все, и у вас вот, в принципе, состав уже готов к работе. Ему нужно дать остыть минут 15, и после этого его можно использовать.